Сегодня расскажу про вексель. В отличие от всех остальных наших терминов, это слово происходит не из английского, а из немецкого языка. Слово, соответственно, вексель. По-английски он promissory note, то есть записка с обещанием, что, собственно, все и объясняет. Ну, а теперь немножко поподробнее. Наш советский вексель – это обязательство, долговое обязательство, но не простое, а, страшно сказать, секьюритизированное, то есть превращенное в ценную бумагу. И при определенных условиях эту ценную бумагу можно кому-то передать. То есть человек, который был должен тебе, становится должен кому-то другому. Идея оказывается достаточно очевидной, и она пришла в голову людям даже не сотни, а целые тысячи лет назад. Купец мог расплатиться векселем другого надежного купца за товар. Понятно, что сразу возникает дисконт, потому что одно дело, ты доверяешь вот этому конкретному человеку, а совсем другое дело, это когда этот человек тебе дает долговое обязательство еще чего-то там непонятно откуда. Поэтому по полной стоимости векселя не принимались никогда, но уже сотни и тысячи лет назад люди таким образом научились переводить деньги на огромные расстояния. Именно вексель выкупал друг Раскольникова у нового держателя. Причем изначально вексель Раскольникова, который тот выписал Прасковье Павловне, которая сдавала ему квартиру, он был на 115 рублей, а делец Чебаров, он его выкупил у вдовы за 10. Оцените дисконт. Вексель на 115, а выкуплен за 10 рублей. Думаю, что за такие махинации этого Чебарова можно было сразу спокойненько топором по голове. Так, погодите. Сейчас векселя используются для всяческих схематозов по обеспечению достаточности капитала банков и особенности страховых компаний. По большому счету, вексель для стороннего наблюдателя, для внешнего, абсолютно непрозрачен. То есть вот у компании есть векселей на 1 000 000 000 рублей. Что это означает? Ровным счетом ничего. То есть это могут быть как обычные долги, так и совершенно нарисованные активы, которых не существует. То есть вот вексель от ООО «Рога и копыта» на 1 000 000 000 рублей, а уставной капитал у рогов и копыт 10 тысяч рублей. Вот надежная эта бумага, не так ли? Ну, надежнейшая, да. Ну, если коротко, векселям лучше по умолчанию не верить, на них не вестись. А если кто-то вам показывает вексель, надежнее всего будет представить, что перед вами бабка, а вы Раскольников. Ну, вот, собственно, и все о векселях.